Вот она. Давай. Бери. Подходи сразу. Есть? Ну, спеши. Бери. Оп, есть. Так, выматывай. Есть? Да. Да? Ну, хороший? Нет. Мелкий опять, да? Дергай. Оп, и мотай. О, крути. Давай, рыбачка. Ты сказал, что будет легко. Конечно. Ты можешь, смотри, вот так подтаскивать. Вот, сейчас быстро мотай. Вот, опять. Мотай быстро. Ой, есть там кто-то. Давай. С нас ведь надежно, тут не переживай. Сейчас, смотри, чем занимаемся. Хочу баклажаны сделать. Рулеты из баклажана. Это как закуска была? Да. Ну, то бишь, холодная, да? Хочу горячими ешь, хочу холодными. Без разницы. Рассказывай. Баклажаны солим, чтобы убрать горечь. Ну, сначала нарезала, да, получается? Да. Нужно, конечно, миллиметров 5 в идеале. Потому что толще сделаешь, они не сформируются. Тоньше сделаешь, они порвутся. Угу. В идеале 5 миллиметров. Солью засыпаем, чтобы убрать горечь. Что, реально, она прям горечь убирает? Да. Баклажаны, они горькие сами по себе. А если посолишь, горечь уходит? Да. Они сейчас вот увидишь, на них будет образовываться сок, будет уходить горечь. Угу. Классно. Ну да, это нормально. Это многие не знают это дело, слышь. Из-за этого не любят баклажаны, потому что думают, что они горькие. Нет, я баклажаны очень люблю. Я их вообще обожаю. Там все закипело, рис у нас. Пусть. Там должно было закипеть. Ой, как там все клево. Отлично. Ну, пошел сыр, да? Начинку, да, делаю. Начинка, сразу скажи, как будет вообще выглядеть? Ну, это будет твердый сыр, чеснок, всем любителям чеснока, угу. Соль, перец, майонез. Некоторые добавляют сметану, некоторые добавляют огурчик. Кто на что горазд. Угу. Мы, по сути, всегда едим так. Сыр, чеснок, майонез, соль, перец. Ничего больше не добавляю. Так, ну ты там поперчево посолила, да? Да. Сыр и чеснок, да? Да. И мазиком все дело. Угу. Вот такая у нас будет заправочка к нашим рулетам. Ну, Лариса Юрьевна, дай ко мне попробовать. Это по-нашему. Давайте, ребят, с вашего позволения попробуем. Любишь? Сразу. Ну да, бульон варится вообще классный. Фирменная Андрюхина. Многим это не нравится. Просто очень вкусно, ребят, реально отвечаю. Да. Блин, очень классно. Был бы тот, кому не нравится твое сам бы замычал, да? Да. Смотрите, ребят, ничего, в принципе, сложного, но подача, во-первых. И само блюдо, знаете, как бы. Опа. Приветствую. Здорово.
Тут, короче, кушаем, а тут у нас гости. Снимаешь? Приветствую. Привет. Андрей. Алексей. Лариса Викторовна же, да? Юрьевна. Юрьевна, да. Вот ты как, да, тут тусишь, да? Ну, я что-то сегодня вот здесь, получается. Здесь и там второй поворот. Да, 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 да. Ну, я у тебя видео видел. Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Давай, присаживайся, тоже покушай. Нет, кушайте. Мы только-только сделали ужин. Давай, будь гостем, садись. Конечно. Блин, ну, давай хоть пряники что-нибудь принесу. Да какие пряники, давай с нами. Нет, ну, надо гостей это встречать, говорить, давить. Конечно. Так что как бы этот нормально все это делает. Да, ну как бы этот. Ну пораньше приехали сегодня. Дровишки туда-сюда. Что-то отдыхаем. Давай, присаживайся. Смотрю, тебя, наверное, года два уже. Да ты че? Ну. Откуда будешь? Сыктывкара. А, Сыктывкара, да? Ну да, вот как бы по твоим видео сюда подъезжаю. Ну, вы был у нас знакомые, как бы там обычно. Ага. Слушай, сейчас решил, поднялся до. Ну, в очередь выше там, ну, до края, короче, машину бросил. Поднимаюсь, поднялся немножко, километров 7, сейчас спускаюсь. Ну ты что, спиннингом? Спиннинг, чуть-чуть троллинг. Ну и что, есть результат? Слушай, одна щучка. Да? Ходят, говорит, вообще тишина, видишь, вода поднялась. Угу. Хватит, спасибо. Андрей, елочку. Да, конечно, сейчас все сделаем. Классно у вас, классно. Держи, дружище. Лариса, спасибо. Тут у нас фирменное блюдо замутило. Ну да, какие-то, как обычно. Какие-то эти, вот сидим. Кайфуем немножко. Да, сейчас потихоньку расставляться начнем. Слушай, погода классная. Вот-вот-вот, из-за этого как бы. Я вот, блин, у меня тоже есть донки. Я на донке рыбачил лет в 9, в 10. Короче, 30 лет назад, блин. Тоже хочется. Блин, ну я вообще, знаешь, для меня вот эта рыбалка, вот эта донки, это ага. Ночная, это прежде всего, потому что, ну вот в это время. Потому что многие уже убрали удочки, фидера, потому что, ну, подъем воды, грязь, ну, и да, так далее, знаешь. Слушай, да. Как бы даже вот ваш троллинг, как бы, ну, он не вывозит, потому что сколько вот тут прошел сейчас водок, одна гачучка такая маленькая, там кто-то. Ну нет, троллинг это, я мотор только купил, вот, первый день поехал. Я смотрю, там такой интересный мотор. Или... Да это электромотор. То есть я бензин, как бы, терпеть не могу, честно говоря, вот этот выхлоп туда-сюда. А я всегда на веслах поднимаюсь и потом, ну, кидаю, обкидываю и спускаюсь, обкидываю. И так, как бы, 4-5 утра приедешь и, короче, целый день. Понятно. Пытаешься. Электромотор, нифига себе. А я сейчас, да, вот только купил. Угу. Купил этот самый. И что вообще, что за мотор вообще, как он вообще? Ну, аккумуляторы. Ну, два, понятно. Ну, а, ну, едешь потихонечку. Ну, вот сейчас течение. Вниз, ты... вниз идет, да? И как вниз? Я 7 километров поднялся вверх. Нифига. Я до второго поворота поднялся, но... еще выше километра полтора. Угу. И вот уже смотрю, аккумуляторы подсаживаются, да и обратно уже тоже потихонечку надо. Вот. Да, интересно, блин. Ну вот я смотрел, как бы, знаешь, большие лодки, как бы у них бензомотор снизу, а спереди вот это электромотор. Это ногой управляют они. Они ногой управляют, либо пульт там них этот самый, это... Ну, поправляют вот их. GPS-якорь, короче, да. Вот он якорится, и они там точку обкидывают, тоже как бы свои у них темы. Все понятно, ладно. Вот. Давай, рады гостям, конечно. Спасибо. Как раз покушаешь. Слушай, поднимался, смотрю, раз одно место похоже. Ну, думаю, ну, я понимаю, что ты откуда-то здесь, и вижу, что ты наверх поднимаешься. Думаю, слушай, похоже по видео. Вторая, думаю, второе там место похоже. Смотрю, тут такие, ну, места-то похожие. Думаю, ну, ладно. Может, встречу, пообщаемся. Ну, вот, видишь, вот такая штука. Ага, смотри, он даже показывает, да, вот все здесь? Мне просто он, интересно. Он как бы этот самый, сейчас он полный показывает, ну. Так-то подсевший. Нифига. Вперед, и все, это и... назад, вперед. Но вот. Это уже подсевший как бы. Ну. И то я против течения поднялся, считаю, вода высокая. То есть, блин, ну, классная вещь, опять же, ну, надо понимать, кому это нужно. Ну да, да, как да. Бы я долго об этом думал, и мне это интересно, да, то есть вот. Конечно, да, я не спорю вообще. Ну, получается, такие же клеймы, да, все вот это, да, все? Ну, просто крокодилы, кто-то что-то прикручивает, типа там, чтобы не грелось, ничего не грелось. Сегодня замечательно на всех и на максимальной скорости местами, где как бы течение хорошее поднимался и, в принципе, ну, вытягивает. Классно, круто. Вот, причем аккумуляторы, тут надо силовые аккумуляторы, тяговые. Ну да, тяговые, то есть, глубокого да. разряда. Это я просто старый автомобильный взял, ну, этот более-менее новый, второй как бы похуже. Угу. Этот у меня 4 часа выдержал.
Этот 2 часа сильно подсел, этот поставил, а по течению, хоть этот я сейчас спущусь без проблем. То есть это против течения, я 6 часов поднимался больше. Вот, а так как бы... Блин, ну здорово, Саша, вообще молодец. Да, если ты как бы рад в этом приобретении, то я только вообще круто, но... молодец вообще, зачет. Давай, Андрюха, не буду задерживать. Давай, братский. Это самое, если что, давай напишу, может пиши, быть, пиши, знаю. Пиши, будешь в краях в любом случае, знаешь. Блин. Что-то подыграем, что-то там придумаем вообще, как бы, классно рыбалочку можно увидеться. Сделать. Давай, давай, привет дальше. Подписчикам, всем все, пока. Давай. Давай, пока. До свидания. Давай. Спасибо за ужин, классно. Ну вот, ребята, у нас были гости с города Сыктывкар. Будешь смотреть, огромный привет тебе. Поужинал, что сейчас уже, ну ему сколько, 3 километра, да, Ларисе уже там будет машина у него там стоять. Ну, человек приехал вот так вообще просто попробовать, вот купил мотор, вот такой интересный. Не знаю, для меня, конечно, это как бы непонятный мотор, потому что, ну, может летом где-то на каком-то пруду там или, допустим, на озере можно на нем двигаться, а вот, ну, здесь, конечно, нужна моща, потому что вот были рыбалки. Я просто нескончаемо добирался до дома, потому что чуть не умер. Вообще так замерз сильно. Быстрее-быстрее до дома. Быстрее-быстрее надо вернуться. Это да, это так классика жанра. Вот листочки, солнышко, вот возможно, тишина. Вот то, что, потому что мотор вообще не шумит. Видели, да, ребята, он просто проплыл. Тихо, да, Ларис? Вообще. Мы сидели, ужинали просто тут. Сижу, он подплыл. На человек подплыл вообще. Ну, здорово вообще. Сейчас мы вот... И запьем, не буду показывать марочку, но в целом грузинская венца сейчас 5 капель. То, что мы отдыхаем вообще, то, что кайфуем, я думаю, незаменимая штука. Я очень люблю. Как раз штопор, слышишь, я испробую, потому что я его ни разу не испробовал. Да как? Мы открывали было... зимой, конечно. На избе, да? На избе мы открывали. Даже... Опа! Нет, работает. Мы открывали сейчас. Я уже не помню. Да-да-да, все, обманываю. Было дело, да. Все, отлично. Ну что, давай, Лариса Юрьевна, за твой выход. Сегодня раз в месяц назад было, да, наверное? Ну вот, ребят, смотрите, по пропилам как вот выгорело получается у нас свечка. Ничего, здесь место есть. Сейчас прям здесь костерчик маленький сделал, вот Лариса хочет баклажаны дожарить. Вот как она, водичка, да? Вот это ты объясняла. Да. Смотрите, ребят, как сколько она, сука, вот это горечь, да, получается? Да. Она прям вот ушла вся. Сейчас вот накидаем что-нибудь мелочь. И можем прям еще доготовить прям на ней. А так классная штука. Удобно прям, удобно, реально удобно. Прям готовить здесь. Так, ребят, ну ладно, что Лариса Юрьевна у нас баклажаны там жарит. Ну а мы пойдем доночки поставим. Сегодня хочу попробовать количеством взять. Поставим много донок. Ну как много. Сейчас по поворотику посмотрим. Ну что, вот, начнем, наверное, прямо с косы вот этой. Отсюда. Бац. В принципе, ребят, похоже то место, где вот я ночевал пару дней, где у меня лодка уплыла, зараза, блин. В принципе, все то же самое. Здесь ямка, поворот, течение. Здесь яма хорошая, около 7 метров. И вот пойдем вот так. Рогатульки не буду врубать. Есть
старые рогатульки. Чисто их сейчас заберем. Водичка прибыла. Ну что, вторая дуночка. В принципе, ребят, поздняя осень уже, да, вот допустим, ближе к поздней осени. Дунки далеко ставить не надо. Весь ямочный налим выходит вообще на пески и идет ближе к берегу. И про маслоуки, вот допустим, дед у меня был, царство небесное, он с лучиной, вот они даже костер как-то разводили на нос лодки. И уже кололи налима, просто налим уже вот просто ходит вот в этих местах. Так что не надо далеко, все рядышком. Ну, это надо, конечно, тоже ходить, постоянно смотреть, знать. Такие дела. Давай, родная. Опа. Вот это пойдет. Ребят, шестая доночка уже по счету. Не знаю, постараемся сегодня поставить нормально. Сейчас с Лариской будем ходить, проверять. Если даже слышно не будет, ну хотя бы раз в час будем ходить. Порыбачим. Это уже возле лагеря практически. Разную дистанцию делаю. 20, 17, 15 метров. Вот это 17 пошла. Оп. Разогнался здесь я. Ну, пойдет 17 метров здесь. Пробовал, кстати, ребят, я на мах, сколько думал, закину. Ну, метров 150-200 я могу донку кидать. Без проблем вообще. Так. Пошли в ход закидухи. Метров 40, наверное. Так вот классно. Вот такая метра 3, наверное. Глубиночка. Так, подожди. Не на, на кончик. Угу. Давай прижимай. Палец прижимай. Шпулю открывай. Полностью. Угу. Вот. Замахивайся в натяг. Сильно давай. И палец отпускай потом. О! Ну, вообще не туда, конечно. Я даже не видела, куда она летит. Ага, ты сейчас ту донку зацепишь. Вон, смотри, показываю тебе. Смотри, червячков, червячков поправь. Поправить надо. Сейчас слетели червячки. Жало полностью было. Конечно, такой стресс испытали. Смотри. Так, видишь, конь держу пальчиком. Натяг держу. Да, куда замутил? Поближе. Ай. Поближе чуть-чуть. Все, ставим. Вот так вот у нас будет стоять. Опа. Замерзла? Да. Флиску доставай сразу. Чем? И это еще только вечер. Да, только вечер. Это только начало. Под утро будет самый хороший. Такой холодок. Градусов 1, 2. Ты меня согреешь, значит? Ага, обязательно согрею. Ну что, ребят, все у нас готово. 3 закидушки. Ну, я имею в виду вот такие заводские. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 доночек. Короче, 10 снастей у нас стоит по налиму. Ну, в принципе, почти весь пляж, то, что здесь есть, мы обкидали. Разная дистанция, по-разному. В ямке там чуть-чуть поменьше,
здесь подальше. Посмотрим, короче, найдем тропинку и потом будем уже ориентироваться. Лариса пожарила вот такие, ребят, рулеты. То, что изначально мы делали, вот баклажан мягкий, вот там сыр, да, Лариса все завернула просто. Классная закусочка, ребят, классно получается. Вкусно тоже. Что-то не волчится. Делается. А ой. Ну вот, маха-маха, видите, темно, ребят. Поставим сейчас освещение в лагере. Кстати, заказал новое освещение, ребят, скоро будет новое освещение у нас. Будем вообще кайфовать. Будем светить. Четко. Да? Да. Сейчас фонарики только еще достанем налобные. Так, надо баркас закрывать, а то уже роса пошла. Да, уже вон все сырое, ребят. Ну что, ребят, в принципе, закинулся и сразу же начинаю перекидывать. Прошло, наверное, часик, наверное. Ну, уже такое все потемнело. У нас гости приплыли. Вон там костерочек делают тоже. Пацаны на пляж присели. Короче, народу сегодня вообще много. Ну, мы, в принципе-то, и недалеко поднялись. Ну, народу вообще много, конечно. Ребята, у нас тут поклевочка вроде качает, налим. Ну-ка, Лариса, давай сделай красиво. Серьезно? Да, вроде я пока сейчас проверял вот эту. Налим, а вот этих дедонки проверял. Что-то такие качения были. Вытяну? Да, вытаскивай просто. Да, резче, вытойди сразу. И сюда сматывай. Вот так. Чувствуется что-то? Что-то, да. Да? Да я не знаю, как должно чувствоваться. Ну так, в целом, просто вообще есть какие-то подачки там? Нет. Дергания какие-то? О, есть. Это кто у нас? Это у нас лещ. Лещ. Лёшка. Лёха. Грудь какие-то подачки были. Смотри, какой клевый. Красивенький. Маленький, отпустишь его? Или съешь? Я не знаю. А таких берут? Ну, хороший подлещик. Ну, мы вроде таких ловили. Да, нормальный подлещик. Возьмем? Давай. Ну, давай. Так, ну вот. Ребят, кто-то подзынкнул. А мы думали, кто подзынкивает. Подлецы. Лаврушка. Ходит. Значит, с вечера вышла. И все так, значит, печально, ребят, по фидеру-то если посидеть. Ну, надо место искать, бровочку, чтоб травой не забивало. Ну, вот у нас Лариса сказала, берем рыбу. Ну, что, правильно, мы ее кушаем. К лодке прицепили. Вот у нас первая серебряная рыбка. Такой грамм 250. Ничего, завялим. Под пивасик. Да, Ларис? Давай, Ларис. Пробуй. Вот это, кстати, тоже, ребята, у нас возле костра звенело, возле лагеря. Отходи сразу. Отходи и сюда выматывай под ноги. Мотай. Мотай. Тут очень тяжело идет. Тяжелее, чем там. А, зацепилась за ту донку. А, да? Угу. Фига, так стащила, что ли, сильно. Прям ту зацепило мне. Непорядок. Ну да, здесь у нас потому что налимчик. Сейчас, секунду, я сейчас отцеплю все это красиво. Вот так вот. А вот этот засранец у нас звенел с тобой. Смотри, какой пиявка. Вообще.
Смотри, какой маленький. Ага. Отпускай его. Надо отпустить. Отпускай. Потихонечку ущипай. Давай, иди, живи. Зимой встретимся. Опа, вогнал, фига. Опа, фига себе. Пошел, пошел и вогнал. Какой-то есть зацеп, блин, ребят. Вот это да. Ох, вообще пустая. Вообще надо демонтаж полностью делать. Посмотрим, что там. Короче, полностью, ребят, оторвал. Ну, так бывает, да, не спорю. Немножко надо ее передвинуть. Что-то нашел. Короче, надо здесь полностью два поводка и грузил. Вот, вот она, вот она. Давай. Бери, 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 бери. Отходи сразу. Есть? Да. Ну, спеши. Я просто слышу отсюда, кто-то звенит. Ну, налим. О, отлично. Он не сильно заглотнул. Да, да, может отпустить его. Да, давай. Да. Но только-только взял. Все? Да. Я тебе про то говорю, то, что ты отматывай в бок. Поставим светлячок. Ломай его. Полностью. О. И мне, ребята, подписчики посоветовали еще вот так взять, зажигалочкой его нагреть. Тогда где-то он вообще, видишь, смотри сразу. Ой, смотри, какой клевый. Угу. Махом начинает. На, втыкай. Ну, видала? Может, даже старые надо использовать таким образом. Не говори. Фонарь выключу. О, классно как. Ребят, опять эта донка. Мы третью закидушку не можем проверить. Опять, короче, она фигачит. Да-да-да, подожди, вот пускай заглотнем. С этой стороны подойди. А за колокольчик бери и хватай. Не-не-не, там. Ест. Ест. Видишь? Ну не крупный опять, зараза. Опять здесь. Хулиганит, блин, зараза. Надоел. Мелкий, надо изловить его. Чтоб тут не хулиганил потом. О, давай, давай, подсекай. Бери, бери, хоп, есть. Так, выматывай. Есть? Да. Да? Ну вот, хороший? Нет. Мелкий опять, да? Хулиган. Сейчас, блин, на сковородку пойдет, будет хулиганить. А донка, кстати, не длинная. Зимой здесь и ловила. О, хорош налил, смотри. Ты чё? Жаренок. Давай, питок, питюлю давай. На этого возьмем. Смотри, по налиму покажу тебе сразу. Смотри. С налимом, ребята, кто... Красавчик, смотри какой. Да. Красавчик, смотри, какая башка красивая. И то подсекла. По налиму, ребят, смотри, могу определить сразу. Очень тяжело держать его, во-первых. По щуке ломается шея так, по налиму вверх. Он так берется. И все. Тогда налим более-менее спокоен. Ну, вот жаренок, грамм 300-400 мы возьмем с вариской, да, Варис? Конечно. Конечно, говорит. Блин, вот эта донка уже третий раз. Мы еще вот не можем закидушки проверить. Да, тут лоси бегают, блин. Сейчас кто-то сейчас пробежал в кустах. Лариска боится.
Ну вот. Короче, взяли ему на Лима Никодима. Капец вообще. Держи. Вот надо, ребят, полотенышко иметь. Фидерные рыбаки знают, понимают. Здесь сразу тоже руки. Вот такой грамм 400-500 жареный. Вот он, видишь, он смирно лежит. Костный мозг у него сломанный. Потому что он скользкий, ползучий, его тяжело вообще взять. Все, заряжаем, забрасываем. Так, ну что, на куканчик второго друга. Как у нас второй, ребят. Ну вот так пока. Не крупных. Пока берем не крупных. А, она же висела, да? Да, эта закидушка висела. Она же дзынкая, подзынкивала, да? Да нет, там может травы много. Они тут и есть. Тут кого-то есть. Налимчик. О, господи! Тебя-то как угораздило, ё-моё. Заглотил? Ну посмотри. Ё-моё. Давай. Цепляй. Сможешь, нет? Подожди. Не бойся, не бойся. Налим же лучшая рыба. Угу. Да не, просто так чик-чик надломило и все. А сейчас вот эту штуку мне посоветовали просто нагреть ее. И она потом вообще говорит, бешено светить начинает. Ну да, реально она так и происходит. О, классно. Все. Четко. Четко, да. Все вроде. О! Опять! Опять, смотри. Ребят. В онлайне. Пойдем, пойдем, пойдем. Другая. Вот это. Бери, бери, бери. Подожди, подожди. Бери, 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 бери. Есть? Есть. Хороший. Ну, по ударам, блин, хороший был. Вот это работа. Там уже и маленький был с листвой. Нет, хороший. Не-не, по поклевкам хороший должен быть. Она и длинная донка. О, хороший, смотри, какой горис. О, смотри, вот этот уже хороший. Смотри, пятнистый, меченый. О, вот это уже налим. Это уже бродяга наш. Вот смотри, классика жанра, видишь, язык. Вот ага. Язычок под этот, под его новую тут. Как его? Опа. Ага. Все. Ну вот такой. Пойдем сразу его определим. По леске не ходи. Нет, нет, нет. Все, ложи, ложи. Давай, пойдем. Лодка вон. Ну вот этот уже такой, в районе 800. Куканчик возьми там. Ага, давай через жабру, наоборот. Почему? Ну, потому что так лучше. Нет, 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 нет. Давай ищи там. Господи. О, застегивай. О, все. Натяни вот это, да. Давай. О! Ну это вот выход. Это называется выход. Когда ты стоишь на одной донке. Конденсат. Все уже сырое. Махом. Вот так вот. Конечно, конечно, прет.
Зато у нас в домике все четко. Прям нравится все, когда вот все комфортно, когда есть варианты. Блин, ну конечно, ребят, удобно, правильно? Отлично. Нет, там в палатке все классно. Лариски достану этот бушлат. Держи. Все равно уже прохладненько становится. Сегодня градусов, ребят, 2, наверное, будет. Ну, около нуля. Под утро, короче, ини, все это замерзнет. Налим любит такую погоду. Просто возьми. Возьми вот эту, перехвати вот руку сюда. Вот так, да? Ага. Да эту-то убери руку. Ой, она кивает. Давай. Все, мотай. Леску убери. Подтягивай. Мотай. Подтягивай, мотай. Качай, качай. Вот. Качай, больше качу делай. Кача, больше движа делай. Ой, она так сопротивляется. Че, крупная рыба? Вот, вижу налима. Ну, хороший налимчик, смотри, Арис. Отлично. Mm-hmm. Все, вот эту поставь. Сразу можешь поставить в крогатульке. Просто тупо поставь, как он стоял. Да не заматывай, не заматывай, не заматывай. Отпусти, отпусти еще леску, шпулю убери. Вот так? Да, открой шпулю. Все, поставь. Вот, ставь. Все. Ну вот такой налимчик. Че, отпускаем? Да, конечно, маленький-то. Ну вот, цепляй. Крючочек, он недалеко. Внутри через две губёки порвал. Давай, давай, давай. Вот, молодец. Ой, господи. Сижу, ребят, учу Ларису Юрину, как завязывать крючочки. Вот у нас есть лесочка. Так, все правильно, да? Продевай сразу, не стесняйся, да. Угу. Ты мне показал? Показал. Да. Угу. Неправильно. Почему? Неправильно. Нет, нет. Вот этим делай. Вот ее сейчас петельку делай. Смотри. Проделал, да? Все правильно проделал. Так же и мормышку продеваешь, чтобы она висела вот так, не вот так. Некоторые неправильно делают это. Проделал. Вот это же косточник делаешь вот сюда. А, вот этим же? Да, этим же. Этим же зажимаешь и обматываешь его. Uh-huh. Ну попробуй. Это надо делать на большой какой-то штуке. Uh-huh. Угу. Да. Пережимаешь. Ну это просто потом все. Бывает такой демонтаж у меня прям на рыбалке. Наделал все. Красота. Все, сейчас поводочек берем один. Сюда его. Петля в петлю, все, ребят, быстренько. Опа. Поклевка. Поклевка. Лариска пошла вроде. Шнурки, блин, а. С откуда и берутся-то они? Пацаны такие. Мелкие. Давай домой, деда, 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 зови, деда. Что-то, ребят, эта закидушка у нас прямо возле берега самого. Это, Лариса, слышишь, нездоровая канитель. Или кусты прибила, кинь ветки. Или рыба. Да есть там кто-то. Это получается налимчик. Просто трава, да? Угу. Блин, засранцы такие, а. Ничего себе, карандаши.
Нет, ты смотри, как они хватают. Он давно уже сидит здесь. Они не жадно берут сегодня. То бишь этот, жора нету, малина. Из-за воды, из-за погоды. Да тихо, тихо, брат. Тихо. Из-за воды, из-за погоды. Что-то не нравится ему. Давай за дедом. Лучше за дедом. Клевочка. На закидуху. Ходили за травишками. Ух ты, нифига качает. Качает, как хорошо. Опа. О. Блин, слышал, Рис. Что-то там вообще монстр какой-то, походу. Ух ты. Ушел. Что, серьезно? Угу. Прикинь. Ушел. Вообще зверюга была, я тебе говорю. Блин. Там вообще что-то дерзкое было. Вообще так пойдет. Хрен поймешь, что за такая рыба. Крючки тут все в идеале у меня. Блин. Просто сорвался. Ну блин, вообще. Мощно что-то было. Блин, не доперли. Вот это рыба была, да. Вот это уже рыба. Время как раз для трофея, блин. Что, кофейку будешь? Держи. Кофе. Так, чай у нас где-то там. Сахар нужен? Нет. Тебе нет, а мне нужен. Все, ребят. Блин, ну слили рыбу, конечно, лютую. Как обычно, что? Так бывает. 11 час мы решили вот по кофейку. По кофеманиться немножко. Кофеечек, кофеечек, кофеек. Ух, хорош. Прям хорош вообще. Ладно. А тут такой, блин, такая роса. Все. Так можно оставлять. Ребят, ну вообще. Дубачок, конечно. О. Че, Рис, как, не замерзла? Замерзла? Ну да, прохладненько.